to the path that I choose. Me and my friends are gonna do it right. You'll never see us run away from a fight. To be a master is my dream. All I've got to do is believe. I believe I've got a chance to win. I'm on my way to victory. I can be a champion if I just believe. Всем привет! Ну что, очередная серия по убийству Солгрина. Не знаю, может в этот раз как-то получше пойдет. Всем привет. Не знаю, решил что-то с вебкой. Ну как что-то? Что было? Так, вроде все готово. Чатик запущен. Может начинать. Так. Тор опоздал. Все, туда поехали. А, нет, секундочку. Ой, сейчас, пока еще руки не проснулись, пытался. Шесть оставил. Ну ничего страшного. Я не буду сейчас специально рестартить, надо просто доходить до второй фазы. Неважно, за спамом или без спама. Скорее всего, пока не разогреется, за спам не получится. Привет, Тор, привет, Луки Бастье. Заспамил. Привет, так, Топус. Привет, только вебки? Или мне тоже? Да ну. Блин, достали конференцию писать это. Я все понял, то кто спалит, квартира горит. Да, блин, ну, что же опять не прыгает? Нифига. Ну это просто я еще не проснулся. Не разогрелся, так скажем. Да что же это? Ну? Себя громче или крутишь? Что-то я вообще, если честно, наверное, не проснулся, да? Чё, гарнитуры вообще не надо? Ну, правда, у меня микрофон не вот этот, у меня микрофон на вебке.
Ну, блин, я забыл про фоновый этот, что-то уже, не знаю, видно, не с той ноги встал. Но могу, в принципе, микрофон переключить на гарнитурный, потому что вебка сейчас далеко стоит, но увидите. А, нет, так он и используется. Так он и используется сейчас этот, оказывается. Я думал, который на вебке. Но явно так лучше, да? Да просто что-то, не знаю, как-то решил больше постримить и вообще даже ничего не готовил особо. Только вот вебку немножко поставил, не так как обычно. Я просто хотел, чтобы клавиатуру было видно. Чё, у тебя сегодня багеты были? Хлебушком закупился. О, это дно. Не ту кнопку. Это как не заспамил-то, а? Тор, где стрим побольше? Это было глупо. Я не знаю, что такое багет уродистый вещал. Вещал уродистый багет. Я не знаю, что это такое. Да блин. Что? Тор, я вообще тебя чуть не понимаю. О чем ты? При чем тут я упорот? Гастри помогает мне, верный друг, не то что чатик троллит постоянно. Ну все, ГГ, а нет. Немножко не это, недолет. Голоса. Нет, он не пойдет против того, кто на 10% более обесом, чем он. Да блин. Не, я же сказал, ты должен пройти раньше меня, Тор. Солгрина. Но я уверен, что этого не будет. Так что мне норм. Блин.
А зачем? Это просто игра, надо просто пройти игру и все. Ну это ж не Камилия третья. Это легкая игра. Блин, чуть-чуть не подгадал. Еле разыскан. Ну блин, я наверх хотел вначале, потом вижу, что там летит и... Ну... Заспамился. Дивана не видно. Это очень важно. Ну что, пробовала? Ага. Так ты вообще не знал, что вебка будет, так что... Спалился. Да блин, ну 11 оставил всего лишь. Надеялся увидеть диван в душе? Ты думаешь, ему там место? Ты, блин, заспамся вы. Диван в душе — это пушка. Пушка в душе — это не очень. А диван в душе, ну он помог мне. Ну хотя если хотите, повернусь. Идеально. Хоть так. Да блин, ну должен был заспамить в этот раз. У меня какой-то этот съем.
Блин, а чё, она съезжает, что ли? Не понял. Привет, Сэнкл. Пока не вижу, что ты там написал. В смысле, так я не первый раз с вебкой Сэнкл стримлю-то вообще-то. И у Фабино я был с вебкой, когда там этот 24-часовой стрим. А, это отдолбление? Да ладно. Да не может быть. Да блин. Ну ничего не съехало же вроде. Просто она стоит на колонке, которая даже нифига не плоская с поверхности. В смысле, Тор, ну ты же знаешь, сколько я больше прохожу. Оп, наверное, где-то около 90 часов. Не по прямой, потому что я хотел, чтобы было клавиатуру видно. То есть я обычно на монитор прикрепляю вебку, а сейчас она у меня стоит на колонке. Вот на этой колонке она стоит. Да, там сок добрый, не открытый еще. Блин, а что за лаги? Ну вы видели, да, лаги? Были лаги сейчас сильные. Это я улыбаюсь, потому что это всего стрим идет 18 минут. Лаги не отмазка? Ну да, это имба-атака с Солгрина. Тоже я не могу его заспамить-то сейчас-то. Вроде же только начало стрима. И уже вроде бы так немножечко. Ну не то что разогрелся, но как бы раскачался. Может потому что вы меня всякими вебками отвлекаете постоянно. Нет, это одна из пошли уже. Блин, она вообще теперь съехала. Надо было хоть скотчем что ли прикрепить. Наконец-то. Да не полетит клавиатура в стену, не беспокойтесь.
Блин, затралили. Хитбоксы вот такие. Логично, Логи Бастия. Вообще, вчера в Логи Бастия проходил I Wanna Take The Time Machine, ну, дальше там проходил. И там один экранчик очень такой печальный по таймингам и по микро, вот, есть. Он его прошел, в конце концов, но я его просил сейв скинуть. Пытался тоже пройти. В общем, так и не прошел. Сегодня буду проходить. Ну я не говорил, что тут будет качественный контент. Тут будет больше контент. Начальника Торыча, что? Зато просто Тор ляпнул что-то один раз, что прикопался. Да блин, ну что-то я не могу собраться, что ли. Ест, ну и пускай ест. Когда Тор ест, он не злой. Блин, два оставил. Второй злой, когда говорят о еде на его стриме. Особенно ближе к двум часам где-то.
Блин, я сейчас все еще думаю о том, что как я мог забыть гарнитуру нацепить перед стримом. Что-то новенькое. Склероз прогрессирует, что ли? Мало снял вообще ни о чем. Придется два раза волну выживать. Специально буду есть на твоем торрече. Да как я не забил? Да не уставший, это вебка, наверное, такая просто. Насыщение, наверное, просто неправильно. Видишь, тень на глаза падает. Блин, ну... Да как я опять его не забил-то? Вот это я криво Соник размикро. Что? Вновь не полетело, в смысле? Ну, заново пройдешь, что ли, какая разница? Там прошел фигня вообще. А, так блин, момент с Марио, это было давно очень, Сэнка. Какой дропать, Тор? Ну это ты сейчас так просто прикалываешься. Дропать игру из-за того, что у тебя там в начале игры сейвы слетели, и то по твоей же ошибке, ну это тупо. Блин, что за лаг? Опять имбы атаки начинаются. Ну, Тор, значит, ты теперь уже не будешь делать. Ты же не только для себя играешь, но и для зрителей. Но это будет некрасиво, если ты дропнешь. Ну, блин, я видел ее, а что я должен был сделать?
А если бы сейвы были в облаке, то бы у тебя не было бы такой проблемы, потому что ты бы просто синхронизировал бы. И все. Пойду из корзины восстановлю. Блин, вебка еще сильнее сместилась. Вы смотрите на мой монитор сзади. А, что-то она быстро полетела. Ой, я перестал спамить в воздухе. Какая беда. Что это было? Я бы все равно успел заспамить. Опять я одну пульку выпустил в самом начале. Ну это пипец какой-то, серьезно. Спам рука отказывает. Да что такое? Я не могу правильно последовательно сделать. Ну вы видели, да? Да ну 4, ну... Спамься, Салгринчик, спамься. Да вот, ну куда этот лаг? Кому? Из-за этого не заспамил. Блин, ну... Она не гейм Клава.
обычная клавиатура. Блин, пепка. Digital Media Keyboard 3000. Да, хорошая, мне нравится очень. Качество примерно такое же, как у Logitech, то есть хорошее очень. Плюс полная совместимость с Windows, ну то есть, ну вообще там есть эти прога там для горячих клавиш, там макросов. Ну тут типа же много этих всяких кнопочек вон сверху там. Ну, мультимедийных, там он сбоку. Ну и там. Я, правда, этим почти нифига ничем не пользуюсь. Я пользуюсь только назад-вперед трек переключать, play stop, громкость. И все. Ну я ради этих кнопок, в принципе, и брал, наверное. Ну и плюс я знал, что Microsoft хороший. Может, звука нет? Может, это те, кто ответил. Что звук есть? У всех же звук есть? Блин, смешно. Блин, ну что-то мышка там не ездит, нифига стало, что еще не. Видимо, бог Good Game опять балуется. Ну, Тор, ценой нет. Ценой они в прямом смысле не отличаются. То есть, можно найти за несколько сотен, где будет там 15 мультимедийных клавиш, но она будет Г по качеству. А можно найти за несколько тысяч, но там не будет ни одной мультимедийной клавиши. Но зато она будет офигеть как качественная. Но мне нужны, я говорю, я сказал, какими клавишами я пользуюсь. Не найдена ссылка, это не открывается. 404. Привет, что-то мне сегодня с Фолгрином. Да блин. Какие праздники? Не знаю никаких праздников. Для меня нет никаких праздников. Ну только когда офис закрыт.
что, какие-то праздники впереди? Для меня праздник это 24 ноября. IT-конференция в Москве, я поеду. Нифига себе размикрил. Да блин. А что, что за праздник, я спрашиваю? Ты мне только цифры называешь. Без понятия? Откуда ты знаешь? Ну блин, как-то странно. Ты знаешь, что да, ты праздник, но при этом ты не знаешь, что это? Ну, странный подход это был к праздникам, конечно. Клин-клин? И ты не поинтересовался, что за праздники у препода? А, ты еще в школе учишься, Сенку? Или ты преподаешь в школе? Так. А, зачем я? Я не хотел запрыгивать на нее, я случайно. А как, преподавателем какого предмета ты работаешь? Блин, бедные дети, у них учитель в Буша играет. Серьезно. Только там детей не научи плохому. А. О, детей прям с начальных классов к Боше приучать? Ну не знаю. Это типа факультатив такой? Так. Да, ну, блин. Экзамен в виде пройдите больше.
Нет, да, Гоги Бэси, ты не понял фишку. В первом классе нужно пройти первый мир. Во втором классе второй мир. Ну, в конце пятого класса это самый трудный период будет. Вот. Ну, а чтобы выпуститься из школы, ну, уже сами понимаете. Рэп-мод? Не, рэп-мод это на золотую медаль. Троечники могут на изи. Причем я-то в четвертом классе, например, не учился, не знаю, как сейчас, но я в четвертом классе не учился, так что можно сказать, что ВВВВ я пропустил бы, будь у меня оценка учителем. Или пришлось бы в пятом классе ходить. А почему ты хочешь стать педагогом? Нравится работать с детьми или что? Блин. На, Нила, посмотри. Ну хотя тортики тоже милые, так что не знаю, я бы тоже побоялся, чтобы мне торт был учителем. Ну, у Тора все ученики будут стримерами, потому что, ну, как бы принцип же, да, зачем нужно ходить в школу, если это стримам мешает? Ну, смотри, ну, просто с детьми, особенно с начальных классов, ведь очень тяжело работать, они же там капризные и все такое, ну это же пипец. Это надо уметь и терпение иметь и все такое. Это же не как в той песне. Thank you.
А. Еще один препод больше. Не, ну это пипец. Планшет уже играют в начальных классах. О, прикол вообще. Я даже себе не представляю, то есть, ну, как бы у меня там ничего такого не было. У меня даже компания была дома, когда я был в первом классе. У меня было только Dendy и Sega, которые мне разрешали играть максимум 1 час в день, и то, если сделал уроки. Домашка, что было в предыдущей серии FF. Но с другой стороны, у меня был плеер кассетный. И был этот тетрис переносной, ну знаете, да, вот это вот, Brick Game. По-моему, я иногда тоже в школу приносил и как бы, да, и тоже играл. А потом появился мобильник, там Siemens, там тоже были игры, ну как бы тоже, в принципе, иногда зависал, даже на уроках было. Ну так, ну понятно, в тихую, да. Ну на неинтересных уроках. Некоторые уроки мне были интересны, некоторые не особо. Так что, в принципе, был бы планшет, скорее всего, бы в планшет бы играл бы. Ну, то есть, просто дети пользуются тем, что им доступно. Я понял хитрый замысел Тора. Он хочет стать преподом, потом говорить, типа, обязательно все приходим на мои стримы. Кто придет на все стримы, тот получит зачет. И, ну, короче, он топовым стримером так станет. Ну, у меня Тор такого не было. Но ты же, Тор, в школе-то учился на сколько? Почти на 10 лет раньше, чем мы. Вроде-то. А, не, ну не на 10, на 7, где-то или на 5. Короче, в каком году ты окончил школу? Без понятия, серьезно, ты не понял, в каком году школа закончилась? Я в 2008. Значит, ты младше меня на примерно на 3 года, да?
Хотя нет, я-то в школу поступил очень рано, 6 лет, и в 4 класс не ходил. То есть сейчас мне 22, я уже магистратуру закончил. Однокурсникам было всем больше лет. Ну лол, Тор, ну ты жесткий. Ну в школу бы тебя охранник не пропустил бы. Идеально. Татану? Настоящую, что ли? Лол. Не, у нас это были еще электронные пропуска. Ну, правда, низ, ну, где-то там под конец уже. Ну я же в двух школах учился. Начиная с 6 класса, по последней, вот во второй, ну, в другой школе, на первые 5 в другой. Привет, Интегра. Из бутафории деревья можно крошить, но значит это все-таки острый металлический предмет, да, я так понимаю. Да блин! Да что это вот как нас слышает просто? Да много оставил. Блин, не хочу что-то. Да вроде жал. Это что ж там такое был за одноклассник, у которого столько веса, чтобы тупым предметом дерево разрубить? Да блин.
Да блин, ну ты прыгать будешь? Да как он не слез-то? Очень долго выживать там, ну серьезно, неохота. Да блин, ну что я сделал сейчас? Сценка, а кто тебе сказал, что он не сдружился-то? Странные ты выводы как-то сделал внезапные. Ты утверждаешь, что почему не сдружился? Какие размножаются дружбой? Привет, Джастоп сервер. Да как это я... Так неплохо щит этот снес ему. Да, Good Level Design — это, конечно, тема для рейпа. Одно из самых прекрасных мест, в принципе, во всей игре. Что такое? Да блин, ну...
Блин, ну хитбоксы, как обычно. Сразу было понятно, поспешил. Да что же я не спам, вообще не спамлю. Прыгаю не по таймингу. Ну пофиг, этого должно хватить, по идее. Только что-то я вообще перестал ни в тайминг попадать, ни в память. Все снизу ты как. Ух ты ж. Блин, ну замешкался, думал то ли снизу стоит, то ли наверх, и не успел вообще. Почему не заспамился-то? Один. Нормально в условиях этого хватает, но я что-то перестал спамить. Ну вообще уже час 10 стримлю. По идее пора заканчивать, ну потому что у меня после часа на Солгрине уже падает производительность сильно. Хотя сегодня она и так не была в пике. Ну, возможно. Правда, не знаю, с чем это связано. Да что же... Ролик нет. Угу. Блин, ну можно. А, тогда бы он меня тут убил.
снова прыгнул. Да что такое? Опять какой-то пролаг был. Да хорош уже, ну. Теперь не убил. Либо он меня, либо я его не успеваю. Вот либо ничья, либо... Короче, либо и он меня, и я его, либо не я его, не он меня. Вот так вот. Ну, может, сейчас повезет. Неудобно. О, как от этого уворачиваться? Не, ну как от этого было вообще уворачиваться? Привет, Алексей. Да что же я не успел второй прыжок мешать? Вот опять лаг был какой-то. Mm-hmm.
Да блин, нужно чаще доходить до этого второй стадии. Легко же. Раз-раз пострелял. Прыгнул. Да куда 20-то оставил? Ну, не дойду сейчас. Ну, по крайней мере, не за спама. И 6 оставил. Ну, как так можно было? Вообще ощущение, что все-таки подлагивает как-то. Не знаю, может в OBS настройку поменьше поставить. Хотя вроде по FPS не скажешь, да? Ну, не знаю, может ли брать этот FPS? Наверное, не может. Ну блин, ну а если она не прикреплена никак? Просто иногда я понимаю, что я не могу застань, потому что там я хреново жал кнопку, или я хреново жал прыжок, а иногда я не понимаю, мне это очень не нравится. То ли это я так как-то туплю каким-то образом, то ли реально что-то, блин, не то, что-то не плавненько все. Что это было только что? Ну, как ни странно, не, нормально, в принципе, почти заспамил. А сейчас хреново. Ну, я сейчас не пойду за скотчем, хотя вообще-то вот скотч лежит. Блин, что-то скотч-то нифига и не держит. Привет, Найтрики. Да я могу, в принципе, кстати, тут... Еще можно зум делать. Я как-то не разбирался, что тут вообще есть. Ну, эффекты всякие. Ну, Вова, ну даже лицо распознает. Скотч, походу, помогает, да?
давай на трике удачи. Да я думал, это полетит, а не другая. Ну. Неудобно, что с этим должен делать? Да почему вот это опять полетело не вовремя? Да опять я не прыгаю, или чё? Опять инферно придет и скажет, что типа это не очень выключательство, что не заспамил. А мне достало проходить эти телепорты, которых от меня ничего не зависит практически. Хорош, ну... Я просто перестал спамить. Нажал кнопку и думаю, что спамлю. А сейчас нажал кнопку и думал, что прыгнул. Скотч не помог? Да блин, скотч тут...
Ну да, там, потому что она скользкая, там такая как бы гладкая прорезиненная ножка. Скотч по ней скользит слишком. Блин, нифига себе тут атака. А, что я сделал? Я думал опять второй прыжок еще есть. Какой икс? Ну, какой икс? Вот икс, 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 икс. Это и есть стрельба икс. А, ты знаешь, помогло. Помогло. Музыку овсянка съела. Ну блин, ну достает, когда по духам пуши приходят всякие. Это такая реакция, ну блин, подумаешь. Это всего лишь телефон. Я же жал. С телефонов начинают. А чем заканчивают, боюсь спросить. В окно? Нет, там балкон же закрыт, и окно там закрыто, и, ну, короче, это вообще не пахнет. Вообще надо окно приоткрыть, это жилище.
Не, походу с управлением все нормально, это просто я говорю. Просто сейчас не чувствовал вообще никаких проблем с управлением. Привет, Непокан. Да ну сейчас опять будет фейл. А, так и думал. Да, устаю, глаза. Не боль, ну как бы не болят, а устают. Надо же, выжил, блин. Ну. Пипец. А, опять я на верхнюю запрыгнул. Надо-то запрыгнуть на верхнюю и слева спрыгивать просто. Там есть место. А, нормально, я понял. Почти прошел второй уровень. Да нет, просто нужно быстро стрелять и прыгать, то есть там примерно вот так. Ну блин, хреново получается, если честно, я просто что-то устал спамить. Ну примерно вот таким образом. И не будет пяти комбинаций вообще. У меня нет пяти комбинаций обычно. Вроде бы. Или одна. По-моему, нет вообще иногда. Не, ну записывай на листок, это фигня. Хотя в первый раз я прошел с чатом, да. Но только в первый раз. Ну потому что и то, ну просто лень было, честно говоря. Мог бы пройти и так. А, ну к тому же у меня тогда спам еще был никчемный, примерно вот такой.
что я сделал? Зачем двойной прыжок? Скотч вообще отвалился. Отлично. Даже еще до взрыва. Да, блин. Да блин, второй прыжок, куда? Ну давай. О, по-моему, так даже проще. Лол. Так проще! $25,000 смертей ты пропустил. $25,000. Офигеть. 25 тысяч. Да блин, ну хорош, ну легкая была фаза. 25 тысяч, но меня начал тратить Соника. Да нет, по-моему, было у него меньше, когда начал Соника. Это он закончил, наверное, Соника на 25 тысяч. Нет, торт не будет 26 тысяч. Thank you.
Не, я не про это, я имею в виду сегодня я стрим раньше закончу, чем вы 26 тысяч, намного раньше. Хорош, что ты не прыгать-то уже. Зачем? Я специально не сливаюсь. Даже если вам кажется, что я сливаюсь специально, это не так. Даже эту дурацкую фазу перешел. Выражайся яснее, то тебя будут понимать. Все очень очевидно. Почему ты говоришь, что я 12 часов играю? В тот раз было 8. Ну, в общем, ладно, на этом буду заканчивать, потому что я как бы понял, что мне около 2 часов надо максимум играть, иначе уже начинается какой-то бред. Так что все, на этом мы на сегодня заканчиваем. Ну, по крайней мере, с Боши. Всем пока, спасибо, что смотрели.